Система защиты от протечек – это современное и необходимое решение для безопасности всего жилого дома. Плесень, неприятный запах, непредвиденные финансовые траты, которые лягут на плечи жильцов – все это неизбежно в случае затопления подвала многоквартирного дома. Жильцам второго и третьего корпусов по улице Летный, дом 18, это уже не грозит. Реализация проекта по установке специализированных систем защиты – это инициатива администрации округа и госжилинспекции Московской области. Соисполнителями является компания «Теплолюкс», которая предоставили для пилотного проекта оборудование и произвели технический монтаж системы в подвале. И на сегодняшний день проверка, которая произведена, показала, что система работает. Система не только работает, но и, что особенно приятно, произведена на мытищинском предприятии «Теплолюкс». Установили ее также сотрудники этой компании всего за один рабочий день. Теперь потопы будут скорее исключением и не доставят хлопот ни управляющей компании, ни жильцам. Она установлена в отдельном шкафу, представляет из себя небольшой блок, который подключен к интернету через модуль и роутер, который расположен непосредственно в этом же коробе. К системе подключены проводные датчики контроля протечки, которые представляют из себя небольшую коробку. При попадании воды происходит замыкание контактов, и прибор посылает звуковой сигнал в диспетчерскую службу, которая незамедлительно направляет бригаду для устранения причины потопления. И безопасность, и лишние утечки, когда своевременно все определяется. Но это большой плюс, контроль. Пока такие системы установили только в двух домах. Их тестирование займет около 2 месяцев. По результатам уже будет принято решение об установке систем контроля протечки воды во всех жилых многоквартирных домах округа. Жителям платить за такую доп-услугу не придется. Расходы возьмут на себя управляющие компании. Анна Смирнова, Денис Корнев, Первый Мытищинский.